Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала за Францию Sid Meier's Civilization 5. Если вы смотрите этот сериал не с самого начала, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть все-таки с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Помогите мне! Помогите, кто-нибудь. Да, походил в конце, но это не влияет. Близец. То есть я бы все равно сюда бегу. Ну я тебя прошу. Грабить. Муж отомстит за меня. А, тут не обработанное железо. Ну ты далеко, чем отомстить-то. Ты смотри, что они со мной делают. На поленки напали народ, а сами говорили, типа, почему я на них напал, а сами я, что делают? Я не на поленки напал, я тебе граблю тут всех лошадей, чтобы ты не мог строить ничего. Смотрите, что делают. Посмотрите. А, там разграблю. Пацаны. Я бы на вашем месте напал бы на них. На кого на них? А тут что за крепость? Это кто этот построил? Майя или кто? Да, он самый. Ухо! Слышишь? Что такое? Что это такое? Сюда иди, сейчас мы тебе тут объясним. Кто тут? Батя. Недостроенная шахта просто. Это что такое? Строилась шахта, но не достроилась еще. Так. Почему форты так медленно строятся? Жестко, жестко, пацаны. Ой, у меня там медколук, я уже забыл про него, блин. Я тебе напомнил. Спасибо. Не говорите спасибо. Может, поленки попробовать взять? Вот это сейчас варвар сюда подойдет, будет очень неприятно, честно говоря. А он подойдет, чтобы обстреливать. Мой. О, нет, ушел куда-то. Интересно. Ну че, это война. А что, это была разминка? Ну, сюда, я хотел по-хорошему. Вот. Блин, не нашел, кто не даст мне соврать. Фига себе армия у американца. Ну, а вы думаете, давай, кого он захватывает? Вы думаете? Ну я же говорю, я напугался, на меня начал почти до этого, до постела дошел там, все разграбил. Я во всех городах как начал все лепить. Ой, вот обиженку строит, вы слышите это? Вроде ты говорил обиженку, когда на тебя нападали. Так я мог, я Польша. А кстати, Польша. Мы просто сейчас это исторический сценарий отыгрываем. Разделение да, Польши. Да. Между Францией, Америкой и Японией, это как бы... Я не знаю, что известный там, исторический так, факт. Ты там это, делись. Все, просто делись. О. Просто осадили поляка. На 4 кулака. Ни за что. Ни про что. Обидели его еще. Видите, вырубили лес, и сразу добавилась эта клетка. Потому что нету леса, две еды, и она быстро добавляется. Ну, серьезно, вот... Просто боль.
сидели бы там домики строили, походу там... тут кто-то воевал. Попа боль? Да. Жестоко, жестоко вы со мной обошлись, парни. Разве так можно? Ну, да, там вообще, конечно, полинезиец уже вырывается во всем. Может. Я не понимаю, что вы делаете. Может, уже ниндзю оставим немножко в покое, как вы думаете, нет? Ну, может, городок ему хотя бы снести? Вот это можно вставлять, я думаю. Ну я не знаю, какой городок ему снести. Зачем тебе Вроцлав? Краков, если ты можешь Краков сносить, то сноси. Я такую лодь, он, видишь, поставил. Он крепость поставил ради лодзи этой, понимаешь, против меня. Меня тут не подойти. Я побежал ему все грабить там к Поленке. Но он там, конечно... Я такая же возле Вроцлава. На открытую местность прокачку. Не, ну если бы еще тут ГВшек своими юнитами не мешалось, было бы идеально. Диалоги открыли. Пошли. Гражданскую службу. Ниндзя, отдашь мне Вроцлав, готов замириться. Зачем он тебе? Я его просто сажу и все. Зачем он тебе? Тебе он зачем? Ну, говорю, просто сажу. Так дела не делаются у нас. Я тебе предлагаю. Знаешь, как? Так, соединен же он дорогой. Просто замириться. Это дорога. Не, просто так как-то не поузнаешь. Чтоб вот не тебе и не мне, вот так вот. Понимаешь, да? Ну так, у тебя же он, насколько я понимаю. В смысле, это не тебе. Так, что еще хотят? Веллингтон по технологиям. Чуть генерала не ушли от пётал твоего. А София сейчас я выполню. Квебек чудо хочет. Чтобы я нашел. Серьезно, пацаны, ну... Зачем вы так со мной поступаете? Тут барабудур. Так, и здесь пока отменим. Понимаю ли себя мы что-то? Если барабудур не построится, если кто-нибудь обгонит, тогда можно будет миссионеров брать. А так пока ставим на пагоды религию. Народ. Блин, ну... Американец, ты понимаешь, что ты в стране здесь? Ты не возьмешь его. А кто второй по производству? Я четвертый, если что. Я второй. И я стою много. Я тоже думаю, он, блин, здесь Польша с этой дружит, он туда и сюда. Я думаю, наверное, надо Польшу прекращать. Мы и так тормознули его. Да. Наконец-то здравые мысли. Ну, раз я американец, то тогда ладно. Так уж и быть. Я заключил мир с ниндзей. Американец, что мы с тобой как это, как не братья, но слушай, ну быстро. Американец. Ну раз ты мне все пограбил, давай вот так вот, чтоб я покуда в минусах сижу. Что я тебя пограбил? Ты мне хоть золото дай. Нога с золотом, снова минус. Я войска строил, у меня минус по золоту был, я сколько на тебя голды потратил? Давай золото. Сколько я на тебя потратил, ты ко мне пришел, все разграбил. Золото я давай. Я ничего не грабил. Давай либо мир, либо золото. А так ты со мной будешь продолжать воевать, да? Ну в смысле, ты не хочешь нормально помириться? Тебе одного нормально, рабочего давай повезти? Нормально. Ниндзя, нормально это мир на мир, без всякого требования. Ну так, а он мне соль еще хочет с меня взять, что это такое? Не надо, у меня уже есть соль. Ну, у тебя рабочего чисто поставить и тукнуть молотком. Ну что за беспредел? Кидай, у меня дофига это. Кинь нормальный этот мир. Не могу, кидай ты мне эти. Да я отклоняю, ты мне еще раз кидаешь. Я гордый. Кидай мир. Надо туда бежать.
Ой, пацаны, ой. Тяжело, что вы да? со мной делаете? Куда мне ее девать? Ниндзя, там предложение было. Ой, тупо теперь буду проституткой местной. Что это такое? Типа каждый будет требовать меня. Я не требовал. Предложение честное, по-моему, было. Как бы и отказаться я не могу. Ой, пацаны, пацаны. Давай, восстанавливайся, ты нам нужен. Еще живой. Папа, зачем он нам нужен? Спасибо, что живой. Ну, типа, полинезийцам теперь как-то, как это сказать, балансировать. Пацаны, я ударяюсь в экономику, все. Меня, пожалуйста, через 4 часа туда зовите. Да, однако полинезийца будет немного потяжелее брать, потому что у меня всего 2 прохода тут по клетке. А над Вашингтоном 3 ГГшки. Полетели, пацаны. А, мне только через ГГшки к нему. Да, надо конюшню этих. Ну, ГГшками подружусь, они вот на меня Парижа не нападали, ни можно. Одна, в отличие от вас. Да, мы можем плохие. Конюшню. Это катастрофа. Это провал. Вот здесь, Катив, круа. Ну, круа. Конечно, жестко тут. Будет отличная конюшня. Эй. Не, вот Троя, кстати, хорошо поставил, мне нравится все-таки, как он стоит. Хороший городок. Я надеюсь, у нас больше этих наркоманов нету, Влады. Каких наркоманов? Которые на Варшаву нападаются. А, то есть все, кто нападает на Варшаву, наркоманы? Ну, как по определению. Бабка под соли подъездом. Хотели понюхать. О, еще и апельсинки сейчас. Почему вы тогда нападаете? Порадуются. Ну, тебе вроде уже сотни раз объясняли. Не понял. Зачем тогда еще объяснять? Может, Не, у меня столько... Понял. Столько счастья. Ты не понимаешь. Надо расти. Так я пойму. Ладно, пацаны, все, погнали. Надо расти. Развитие. Время домиков? Да, на 85-м проходу. О, ты, да ты честь, 2 чести взял, нифига себе. То есть 3 чести. Так, блин, а куда пошел, мне интересно, по чести? Воинский код и военная взял. Традиция? А, 1-1? Пока взял. То есть воинский код и дисциплина. Да, еще надо колледж бы построить. Еще бы. О, слушайте, а что мне брать? Нормально выйти, а не в минус науки. Туда. Наверное, коммерцию. Американец, как ты и армию строишь, и чудеса все берешь? Так только ну. Низейц, у которого чудеса уводишь. Где мне София дала юнит? Ну, его ж там напугали. И так у него производство вообще по понял. Походу. А, мне вот каждый нет, типа, давайте нападу вот я, юнит, давай да. нападу я, а Индизис думает там по столу, ахахахахаха. Довольный там сидел. Ну, развивается. Чего бы мы и не посидеть довольным? Да, не на него-то нападают, ему-то там... Ну, так в этом-то и фишка, что, в этом-то и фишка, то, что она тебя далеко, а... Втроем одного человека опилили. И не распилили, вот что обидно. А, блин, тут... Мне тут какой-то пишут, что... Black Ops какой-то убрать, это что такое, игра новая вышла или что? Да. Так,
Да, теперь надо смотреть на Ганалулу, блин, а теперь вон. Ну он отъелся, я так понимаю, что все города на море, пошли, да? А он-то... Он-то сидел. У него все города на море, да? Нет. У него рейки. 4 на море, а 1 на суше. У него 5 городов? Да. Да. Ниндзя, там предложение тебе висит. Я тут не успеваю. Хочу посмотреть городов у Калинизии. 13, 11, 12, 4. Очень неплохие города. То есть у него второй и третий город, обратите внимание, 13 и 11. В то время как у меня столица только 12. Поломать для меня всю жизнь. Понимаете, да? Печалька. Насколько круто все у Полинезии. Ты сломал мне всю жизнь. Так, Барабудур я уже точно строю. Я отдал на вас лучшие свои годы. Был. Да, конечно, в говнище. Польша. Ну, ничего. Восстановишься. Воспрянешь из пепла. Через 2 хода опять что-то будет. Как Феникс, воспарю над вами. Знаменитый воложенский Феникс. Это я могу. Давайте, наверное, в религию немножко ударюсь. Мне вера нужна, но мне мало как веры. И так сделаем. Так. Расти надо. Так, этот вылечится скаут, я его сюда поведу. Американец, ты знаешь, что делать. Не что знаю. Ему делать? Это будет наша с ним тайна. Так, тут все традицию позакрывали. Ну и ниндзя воля учесть. Ой, как хорошо без войны, пацаны. Вы бы знали. Все успеваешь? Да еще сижу, жду, думаю, когда все походят. Еще успеваю даже посмотреть, где у кого что. О, у ниндзя сразу плюс, у меня до сих пор плюса нету. Безумец... Конечно! Безумец, я так понимаю, что перестал смотреть трансляцию, могу отключать. Ну, видимо, ну если в зрителях нет его, тогда да. Раз не возражает, то голос не подал. Все, Барабудур. Колосс тоже полинезиец построил? Да. Надо как грустно. Пахнуть, а то у меня тут все попортили. Демоны проклятучие эти. Это для... Право прохода надо декларацию дружбы или посольство, я что-то не помню. Посольство. А не, стоп. Право прохода. Это дружба, дружба надо. Гадалки не ходи. Так, кого бы мне тут к Лёхе заслать? Наверное, коляску зашлю. Побегать по этим землям. Побегай. Я так
тоже думаю, что стоит. То негоже. Ты по моим побегал уже. Я по твоим еще. По мастерскую. Я, конечно, как великодушный, не буду тебе ничего грабить, но побегать побегаю. Как ты не можешь что-то грабить в дружбе с открытыми границами? В детали вдаваться не давайте. Не влажные будем. Мечты. Давайте не будем в детали вдаваться, Алексей. Я хотел узнать, может, чего-то не знаю, забыл об игре. Что-то новое тут появилось. А оказалось, все банально, ниндзя просто. Просто пугает. Приукрасил-то. Да. Что мне делать остается? Это и приукрашивать могу. Ого. Терпила тут из меня сделали. Рамзец японец построил. А у японца сколько городов? У него 3, что ли? Японец сейчас отставать начнет. Ой, что наделали тут, конечно, у меня на землях. Так, сады. Порядок. Сады мне пока не нужны. В смысле, давайте вы хотя бы чинили, когда играли? Так, ну можно уже покупать. Да ладно. Пагоды. Сказал бы спасибо, что новые построили. Там градку для коней сидела. Кто там подгнила уже. Так, распространилась. Погнал я, короче, скаутом. Полинезу. Одним скаутом сможешь всего его захватить. Японец, поляк, мою религию не хотите ли? Случайно. Конечно хочу, потому что у меня религии вообще не будет в этой игре. А поляк? Я думаю, меня тут можно даже не спрашивать. А у тебя что там, кстати? Пагоды. Пока пагоды. Да. А пантеон на что? За что вера? За чудеса, ну, природы. Света? Да, природы. У тебя есть чудеса природы где-то? Нет. У Америкоса нет. Есть. О. Кратер Беринджа. Ну, точнее, как у него есть. У Гэшки есть. Чисто Гэшка опередила. Кстати, а здесь Америкоса. Может кузню поставить, что тут все-таки два... Две... Два железа ресурсы рядом. Еще третий будет, да, вот тут, кстати, кузня нормально зайдет в Орлеане. Это все неплохо будет, очень неплохо. Этот скаут у меня бежит тут исследовать у японца. Что-нибудь торговать у меня есть чем-нибудь? По единице, ну надо будет обработать вино. Ну. Ребят, вообще сахар был на карте вообще хоть где-нибудь? Есть. Скоро обработаю, если будет сахар. Хорошо. Есть. Поленки. Побегу обращать. Поняка стену бахнул. И поняка, я смогу к этому пройти полинезу? Конечно. Нет? Конечно, да. Но лучше, блин, конечно, это делать через Америку, потому что у него там пространство побольше было, чем у меня. Это, так, а что Полинес, у тебя хотят? Развед вообще неудобно 5. Стоит. Можешь его куда-нибудь выкинуть отсюда. Тихий. У меня же границы открыты, ты можешь куда-нибудь побежать. Парфенон. Дальше. Чего он у тебя стоит? Сюда найти и караван отправить. О, красава. Так, ну, слушайте, можно тогда после Полинес, смотри, обучения оптику открыть, чтобы побольше тех было. Один друг, я знаю, кто это ты. Ну так конечно. Нет, Полина, у тебя единственный друг — это твоя армия на самом деле.
А твоя армия это кто? Это Польша. Но ты им об этом не говори. Американец бегает, собирает дань, у него денег уже немерено. Ну так его что, пугали? Не пали контору. Ну так я понастроил армию, надо ж как-то это... Что ты делаешь? Теперь ее что, всю распылять? Распринировать. А сколько часов у тебя, американец, в себе? Мало, мало. Не, скажи мне. Ну вот это не в смысле, типа, ты играть не умеешь. Да, это моя ставка, себя... мне меньше. Да. Сколько? Трайграммы. А часов сколько не играть? Там 400 с чем-то. Да ладно, серьезно, это твоя вторая игра? 400 с чем-то часов. Ник знакомый. Не, я играл один раз просто с ниндзей, когда ты за Египет играл. А, так это у тебя вторая игра с ниндзей? Не, я не с ниндзей, со мной, я просто немножко... Когда я за Египет играл? Ниндзя за Египет играл, я его тогда... Я за кельтов. Кельты, Египет, я уже здесь, честно, столько игр зафигачил, что... Это да. Не вспомню. Когда я за Египет не играл. Слушайте, а как лучше с лесом рядом с рекой поступать? Наверное, вырубать и... Можно пилить его. Ферму ставить? Блин, ну у меня производства мало здесь. Ну, зависит от... Но если промки вообще нет, то... мало, то да, лучше всего лесопилку. Я бы лесопилку реально мало производства. Ну еще там смотреть, типа, как для дефа, ну типа, можно тактически лесок оставить. И тут, наверное, лучше фермы строить, нифига я в Орлеане. Шахты, тут расти некуда. Блин, столько дел тут. У нас с религиями. Ну, мне до пагоды в моих городах покупать вообще. Это счастье, блин, это вера, я это армию распустил, культура. Я второй по армии. Ну, это Америкос, мне кажется, полинез слишком долго живет. А я армию не распускал, как был последний, так и остался. Ну, американцы устаревшие армии, что там? Какая устаревшая, там арбалеты, они будут актуальны. Нет, еще. Нет, у меня вообще арбалетов я не строил, даже меткалука ни одного не построил. У него копьеносцы, у него дань собирают, они бегают. Так, ну польские города должны сами дальше обратиться. Ну, этот хорошо. София сама обратится. Блин, не заяц, у этого поставил тут своего разведчика. Я его просто сейчас вынесу и все. Вот это настрой, души да. Души, выноси. Души его. Должен спасти нашу победу. Так, победитель всего один. Ну так американец еще не знает, что я его не хвачу. Это угроза? Да это шутка была. Ты, ниндзя, своими шутками себе тут уже, по-моему, много проблем попривозил. Что-то весело. Все проблемы попривозил. Я, в принципе, не против. Ну что, на второй заход? Я просто как-то сыграл, типа, турнир ФФАшный был, и что-то на развитие сыграл, это ж такое уныние. Так у Польши и город. Так ты выиграл хоть? Нет, или уныло поиграл в развитие и проиграл еще к тому же? Да мне там место говненное, я даже и повоевать, даже если бы захотел бы, я не повоевал. Там типа, ну поставили возраст, я не помню какой, там одни горы у меня вокруг, типа холмы, там до кого-то идти там вообще. Наверное, в одной эпохе выйдешь, во второй придешь. Так, следующим ходом можно будет пагоды купить. Насосал я.
Где купим, наверное... Да и тут что-то ситуация не лучше. Хотя в конце, конечно, я там на всех нападал немножко. Поразвлекался, но это не стоило 12 часов. Так, что у нас с торговлей? Пока нечем, я помню, тут торговать. Надо в Труа, конечно, еще дорогу провести. Я даже по культуре от лидера недалеко отстал с такой войной. Если бы да, ну было, тут, что? Конечно, полинезиец мощно. Ну, у кого-то 29, это... Я прошу, американец второй по всему. Культуру. Не, у меня 14. Ого, Нотр-Дам. Вот он, Нотр-Дам. Полинезия. Да. Ну, надо развиваться. В Полинезии там, конечно, очень все. Зеба. Меркос, дай мне открытые границы, пойду этого полинезийца потрясу немного разведчиком. Угу. Здесь дашь? Сады сделаем, да. И национальный эпик. Это для того, чтобы... Потому что Айю Софию лучше. Бесплатные сады будут, да и пророк ему нет. После универа, конечно. Так, а что у меня с великими людьми тут? Что у меня 31 ход, 15. Ну, не хотелось бы. Ученого. А, стоп. Ой, инженера вместо... До ученого. Так, 6-3, а так? Что-то я дружбу не к тому кинул, американец. 3-6. Еще и посольство. А, это ты мне типа кинул дружбу, хотел американцу? Да, у вас там цвет. Ну, Гадишу. Алексей, я вам тоже хотел дружбу кинуть, вот сразу после американца. Я понял. Честное слово. Знаете, наверное, из Труа в Париж опять же. Отъедаем столицу пока. У меня тут будут специалисты везде сидеть. Ну, конечно, ухо 18 у американца. Брал Францию. Да, конечно. У них у всех, похоже, у всех места очень хорошие. Ну, немножко хоть притормозили японца. Жестко. Ой, японца. Поляка. Ничего не скажешь. Копье стоит. Так, я лидирую по техам. Пора устанавливать новую власть в порядке. Я лидирую по культуре внезапно. 15 ходов вряд ли. Вот, мрамор нужен. Чудо нужно. И винишко обработать. Так, кто там обещал сахар обработать? Принизи за этот могу какой-то. За винище. Хорошо. Со, братишка. Еще пару ходов. У меня как раз тут вино обработается. Я надеюсь, мы с тобой до стрелцов не будем наливать.
А мы не открыли границы? А вы выживете до стелсов-то? Чего нет? Американец, предложение чекни. Я шпиона веду к этому. О, спасибо. Чисто по-братски, вот. Это американец нас поссорили, вот эти вот. Так мы с тобой подружили. Ну, я пытаюсь отращивать города, потому что у меня плюс 13 счастья, это показатель того, что вы просто не используете возможности ваших городов, чтобы расти. Мне надо расти. Я просто не хочу обрабатывать джунгли пока. Вашингтон уже есть универы. Интересненько. За один ход я могу универ достроить? За один ход. Лучше его достроить. Так и город вырастет за один ход. Вот, давайте так и сделаем. Орлеан тоже на рост. Ставить. Поляк Вормус караван отправляет. Какой-то город. Польский, это Вроцлав, наверное. Поляк, а можешь мечников убрать, чтобы я следующим ходом мог там пробежать? Где? Ой, не поляк, японец. Японец. Я думаю, у меня вроде мечников и не было. Спасибо. Это у тебя затычка такая, да? Жопа. Извини, не выдержал. Везде на третьем месте. А кто? А на вторых местах везде американцы, я так понимаю, да? Конечно. Походу, что так. Не понял, а у тебя что с развитием? Ну, так я ж в войну вкладывался по полной. Я и в золото в минус улетел. По идее, должно быть лучше, чем у поляка хотя бы. У тебя очень неплохие места, у тебя и производство. Мне особенно твои эти нравятся пастбища, 9 штук. Или сколько их тут? 3, 4, 5, надо захватить. 6, 7, 8, 9, да, 9, а, 10. 10 пастбищ. Я ж так в науку вложился, то, что у меня на основной колледж, то, что не построен еще. Пацаны попали, а вот и Килиманджаро. Войну ж все, армию строил. Получилось. Так, сейчас стану союзником Квебека. Ну да. Он ответственный. Если бы не он, то никто бы не ввязался на этот кого. Даже... В одиночку пошел, как-то неинтересно. Бессмысленно. Ну, тогда же еще Инг живой был. Ой, Майя, точнее. Но все равно надо было... Как лев напал на Краков. Да, как получил лев. Ногой под зад, правда. В нос получил. Что-то сбежал немного. Да, долго будет строиться София, но тут рост и наука важнее. Тигр. Плюс еще этот ученый 4 хода. Ученый через 4. Да я просто мотылек на красный свет полетел и все. Да. Вы тут все походу мотыльки. А ты кто? Я!
Он главная звезда. Необузданный морж. Необузданный морж? Да, это что-то, блин, с какой-то херни было. Я уже не помню, откуда, то ли с КВН, или откуда он там был. Типа, гордый необузданный морж. Дикий неадекватный кальмар? Типа того. А, там было типа, ассоциируйтесь, я с животным. Сука. Там такое было. Так вот совпало, что прям чувак ассоциирует с тем же, с кем и ты себя ассоциируешь, и тебе запомнилось оно так. Ну да, получилось так. Но оно так по-другому и не запоминается, типа. Альгамбра. Ну, луга тут, правда. Ой, боль. Жизнь, боль. Так, что еще мрамор. Культура. Проклятые демоны напали. Разграбили. Ну-ка, Ханой. Ну, Ханой мне нафиг нужен. Вот Веллингтон, конечно, слушай, было бы неплохо засоюзить. Что надо? Мои дружественные послы хотят пройти к этому. Блин, ты еще и в Вроцлаве поставил. Блин, у поляка аж три крепости на территории стоят. Две из которых он сам поставил, я так понимаю. Я ж воевал тут. Ну, ему-то некуда честь... не знала в своих делах. Аж честь, Лёха. Куда там? Пришлось, вот тут, пожалуй, пришлось вырублю бахать. Лес. Тут лучше ферму поставить, потому что у меня производство в этом городе есть и так. Я, если честно, думал, что ты, Лёха, там нормально нападёшь, поэтому бахал. Если бы наши там две коляски были. Ну, я мог нормально напасть, а ради чего? Ну, Лодь и Поленки, прямо скажем, не те города, которые если бы я забрал, ну... повлияло бы как-то на твою способность. Я хотел малыми силами попытаться их забрать, ну и не получилось. Но я там город для кого-то захватил. Как всегда, что-то делает не то. Какие-то дороги строит. Чтобы быстрее Киото, что ли, захватить? Не понял. Кек. За них же платить надо. Надо. Куда суваться против большого производства, да по науке в два раза быстрее тебе? Куда тогда суваться? Да ты лезь, слышь! О, я еще и не по науке, не последний. Кем? Народ, привет! Простите, если отвлекаю. Привет. Хотел спросить, завтра никто не хочет катануть шестерку? Шестерка для пидоров! Слышишь, ясно. Ниндзя, мы вообще в пятерку играем сейчас, да? Но я с ниндзя не согласен. Слушай, Лёш, вот ты, кстати, следишь за фераксами. Что они вообще сейчас, они чем-то заняты или нет? Они что-нибудь делают? Не скажу, чтобы я следил за фераксами, но анонсов от них никаких не было. Не, ну просто уже давно вообще они ничего не выпускают. Они выпустили шестую циву под iPhone. Буквально недавно. А, ну офигенно, что сказать. Да-да. Садись на бибу и полетели. Ладно, все, всем удачи, спасибо. Давай, брат. Пока. Давай, удачи. Я пока не знаю, кто ты. Ниндзя дружелюбный. Не знает, но удачи желает. Когда не сосед, можно и пожелать. Как бы не знаешь, где встретишься потом. Вдруг это мне поможет. В следующей игре буду с кем-то на меня, кто-то нападет, Полинес. А я ему припомню. Так, еще и китами надо бы с полинезом, конечно, поторговать. Только у него киты есть. А на море только полинезиец у нас, да? Да. Ну, да, вот в этом и проблема. Да. Подожди, аки, япошка там... Ну, у меня один город, и то там как бы ледники аки. У вас совместно два города, еще есть Токио. Японец, предлагаю вот так, я хочу немножко территорию... Американец, предложение. Полинеза обследовать, чтобы знать. Ой, отличный потом, Бостон, блин, смотрите, сколько производства в Бостоне. Просто... просто бусечка. А не города. Я там для открытых границ дружбы еще нужна.
А не, он есть уже, это как-то хранится. Посольство. Блин, ну, тут на самом деле у американца, да, тут Дань бегает, тряси тут чисто вокруг. Я же говорю, одни, это три религиозных тут вокруг. 1031 золото. Вообще обмазался там по красоте. Ну, американец, о, только на тебя стали. Какая-то надежда. Не с Полинезии, потому что, походу, мы слабо тебе можем тут помочь. Только если, может, японец еще, но он отстает. А у тебя и деньги есть, и развитие. И власть. Японец, может, и отстает, но он единственный, кто пытается. Так, я не теряю надежды. Дорогу подвинул. Блин, угнали все-таки. Понял, души его, София. Души. Ты меня быстрее задушит, чем кто я это? Ему сделаю. Так ты этим его и задушишь, ты ему свои города отдашь, у него настроение упадет. Полинезийцы, что ли? Сожжет их с ним. Все, мы его задушим. Да, Полинезийцы. А у тебя столица большая, тебе он от столицы столько несчастья получит. Души его. Еще покуда будет сжигать, ему там минус пойдет. Вот когда минус пойдет, по счастью, мы сами на него нападем. На что ты намекаешь? Можно... Чтоб я на него нападал прямо сейчас? Не попахивает ли это суицидом, мягко говоря? Да не... Взял на будущее, чтобы ну, инфантилизм взять. Я, конечно, прислушаюсь к тебе, но стоимости. Нет. И неплохо. Нам нужно лишить его счастья, народ. Непонятно, ради общей победы. Души его. Для меня вот это название японцев, японяки, мне понравилось. Не знаю, что-то отделаться от него. Блин. Ладно, поставим тут и вот так. Так, пять, ладно, так, оставим пока. Ну, сады нужны, чтобы быстрее ученые появлялись. Какой-то проход к полинезийцу американца. Жалко тут, конечно, Петра не получилось. Так, Труа требует какао. Париж же день короля, в Орлеане день короля, здесь ты, здесь какао. Города, государства, мрамор только есть. Это ГГшка. Ифе. Американец, так что планируешь на него нападать? А, у него все города на побережье ты практически. Нападать копеечками, что ли? Вот именно копеечками, у меня ничего не готово. А я все вижу здесь. Не о чем нападать. Да и куда он продвинется? К Тонге подойдет. И погрязнет в этой войне. Хотя мне точно ничего не сделает. Я могу на него напасть. Ну как не сделать? У меня Алигамбра. Я сейчас рыцарями в твою территорию езжу. Тупо задушит. Да это он тебя просто на слабо берет. Я это делаю, как раз. Я его пугаю. Наверное, тут поставлю.
меня. София католицизм хочет. А что-то, как ты сможешь тут помочь-то? Слух. Один выстрел, один юнит, вот так это. Так, шато можно строить. Слух, я могу помочь. Ну, я вряд ли пятный пресс выйду первым. Тем более, что у меня не будет инженера. Да, еще вдвоем напасть, изи распилить. Полинезийцы. Я не знаю, какие там войска. Ну, если мы КИА втроем не могли распилить. Так, что ну же говорить так об этом? Я ж Польша. Так наоборот, если когда пилят Польшу вдвоем, ой, втроем, она должна быстро пилиться, а с тобой, видишь, не получилось. Польша, а, нет, давайте в обсерватории, я же, блин... Нет, друзья. Что, зря города рядом с городами ставил? Я не могу так рисковать своей победой. Интересно. Интересно тут все расположено. Да, ну полинезиец, конечно, отлично отъедается на море. У него тут офигительно в этом плане. Я вот медленно отъедаюсь. Слишком много счастья. Может, мне еще города поставить? А, только где? Ну я... Блин, ну тут город... Может, здесь на пятый город еще поставить, вот тут. Он не особо будет клетки забирать. Скажу, где чудо находится. Крокотау. Жги. Петлер. За нас решил помразнить. 370. Типа, давайте, наверное, куплю. Потому что, ну, слишком Барском много счастья. Кстати, могу в Париж высадиться юнитами на Париж. Ну, давай, ну, жги его. Жги. А не многовато ли тебе подплывай, чтоб там высадиться? А, вообще-то многовато. Ну... Да, пускай... Зачем ты сказал? Пускай бы вел бы свои войска, мы бы ударили бы ему. О, кого-то он тут не разведал, снизу. В смысле, он бы там бы сидел бы, плыл бы полдня. Все войска на воду спустил, а мы его тут. Хватит за яйца. И сюда его. Так, нужно еще один. Пагоды, по-моему, у меня везде уже куплены. Лицы есть, в Орлеане есть. В Леоне есть. А тебе только стамина на воде это. Давайте на пророка оставим. Нет, у полинезийца еще два города. Три. Три? Ну, тем более. Ну, шпионы, не подведите. Восемнадцать. Что это за картину наблюдаю? Это жестко. Блин, а полинезийцы тут такое место. Типа тут горы, тут горы. Еще Килиманджаро под боком на всякий. Закопался. А может сюда повезти, город поставить? Демон. Это ж не как в шестерке, где лояльность. Тут хороший город будет.
Может, на каком-то побережье прям. Ну, здесь, где меня советуют, не очень. И хотя... Ну, давайте пока сюда поведу. Потом посмотрим. Поляху, иди скауту. Где? Сейчас скауту. Изи. Тут места. Решил Вашингтон отправить, потому что... Тонга бы не поставил на холм туда. Хотя... Так, давайте глянем, что у нас тут. Куда? Тонга правее на холм. Я просто, ну там, за рекой не вижу, что там дальше. Там же вода кругом. Не знаю, там рыбок дофига еще. Так, 7, 5. Ферму достроили. 4, 6. Как они там автократ... А, порядок, свобода. Вот тут еще сделал, можно клетку эту купить. И обработать. У меня пока Леон недообработанный. Круа, в принципе, все нормально. Я не знаю, что я подбегу, посмотрю, что там да как. Жестко у тебя тут по рыбке, конечно. Ну, тут лидеры американец и Полинезия. Очень бы хотелось, чтобы они воевать между собой начали. Я на третьем месте явно сейчас. Может, даже вообще посадил бы на это, на сахар город. Тут холм осталось обработать. И вот эту клетку. Сады. Храм тут построен. Блин, может мне везде лучше храмы построить и... Ну или хотя бы вот Iron Works до постановки города. Блин, у меня еще гильдии артистов нету. Тут все не построено на самом деле. Очень медленное производство. Караваны. Американец, это у тебя какой-то парад перед полинезийским скаутом происходит около Нью-Йорка? Нет, я трясу дать бегаю к разным ГГшкам. А у тебя американцы там вообще проходят херовый полинеза? Ну, мешают. Ну, да, тут. Да ему ГГшки просто захватить. Иерусалим, Будапешт. Да, ему ГГшки захватить и нормально, кстати. Пойдет.
Ван Виро. Ну, Киота, конечно, столь не топовая. Кек. У половины белого. Это японяк Кокс лежит там. Не расстраивайся. Зато тебя любишь сейчас. Киото что, до сих пор не построил эти, что ли, как там, пастбище? Построил? Ну не пастбище, а как называется? Конюшня? Почему? Нет. Там жестко подошло бы конюшня. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!